Да, честно говоря, во-первых, я хотел бы поздравить всех архитекторов, строителей, градостроителей с этим праздником. Его иначе не назовешь, как именно праздник этого, который несет с собой фестиваль. Действительно, представлены проекты, разработанные и осуществляемые в различных регионах страны. Это очень важно. И тема нынешняя очень актуальна. Тема связана с развитием окружающей среды. Ведь не случайно мы сегодня готовим национальный проект «Жилье и комфортная городская среда». Наконец, вопросы, которые поднимаются сегодня, это вопросы реновации, реконструкции существующего жилья. Это очень важно сегодня, потому что реновацию надо понимать гораздо шире, чем она осуществляется в Москве. В Москве реновация – это в основном снос 5000 жилых домов, а еще 4000 не охвачены вообще реновацией, хотя они тоже требуют реконструкции. Поэтому сегодня подготовлен проект, и он уже находится в Думе, рассматривается профессиональным сообществом, о реновации жилья в регионах России. Это немножко другое. Это прежде всего реконструкция. Это и надстройка, и обстройка, и повышение комфортности существующего жилья. Это очень важно, потому что это более дешевая программа, но не менее важна, чем для Москвы. И все эти проекты сегодня мы видим, которые реализуются и которые предлагаются в регионах страны. И второе, что очень важно, сегодня, как никогда, поднята роль архитектора в строительной отрасли. Им отдается приоритет. Это очень важно, потому что отсюда и украшение наших домов, и повышение комфортности, и прежде всего это действительно окружающая среда, которая делает эту комфортность для каждого жителя страны. Вот такие нюансы, которые связаны с нынешним фестивалем. Я скажу, что есть, да. Сегодня много внимания уделяется, во-первых, качеству строительства, качеству проектов, прежде всего. И я скажу, что даже на международном уровне наши проекты, когда наши проектировщики участвуют в международных конкурсах, они завоевывают первые места. Об этом очень много фактов. Поэтому очень важно нам участвовать в этом деле. И самое главное, сегодня вопрос цифровизации, применения BIM-технологий, причем на уровне до жилищного, до полного цикла существования жилья, они очень важны. И вот то, что сегодня обсуждали мы, умный город, это полностью в строе наиболее развитых стран мира.